Испанец, пошутивший в Эстонии о бомбе в аэропорту Таллина, теперь получил условный срок. В субботу 33-летний гражданин Испании в таллинском аэропорту сообщил, что в его багаже находится бомба. После этого из терминала были эвакуированы свыше 200 человек. Однако полиция никаких подозрительных предметов не обнаружила, а сам испанец заявил, что это шутки у него такие. В результате весельчака задержали. Эстонский суд приговорил его к 4 месяцам условного заключения с однолетним испытательным сроком. В этой стране подобная выходка считается тяжким нарушением общественного порядка. И в наказании человек может быть осужден даже на 5 лет тюрьмы.